Всем привет, ребят! Ну что, сегодня мы с вами попробуем барда. Точнее, я уже даже попробовал, покажу вам, как он себя показывает на волне К. Ну, честно скажу, в принципе, мне он нравится. Единственный минус, мне пришлось убрать одного героя. Я долго думал, кого же убирать. Феникса отсюда не уберешь, потому что он кайфово держит одну сторону, Зефира однозначно нет. Убирал, пробовал Фрейю. Без Фрейя тоже не то. Фрейя по центру, если стоит с воодушевлением, я вам показывал в предыдущем видосе. Она нормально держит по всем сторонам своими голубями. Следующие волны. Ворожей нужен для отхила, для снятия дебафов. Тоже никуда не денешься. Оккультист. Вот у меня был выбор либо оккультист. Оккультист тоже держит свободно одну сторону. То есть вариант у меня был только убрать Орника, я его убрал. В итоге, в принципе, получилось неплохо. Если вы проходите, либо смотрели видосы с прохождением, либо на первой, либо на третьей волне у меня кого-то, да и у вас, сливали. То есть это либо Фрейя, либо Зефир. С этим же героем это случается намного реже. То есть он реально спасает за счет своего скилла. Он дает и отхил, и дает и щит. Ну и сам по себе он реально очень офигенно держит урон. Можно его даже выставлять как одного соло в край. Минуса у нас меньше стало дамага. Плюс еще один минус, у меня стало меньше недомогания, поэтому есть два варианта. Один из них я уже сделал, я поставил на Зефира своего вместо обряда лечения недомогания. В принципе, особо ничего не изменилось в плане того, что его начали больше убивать. Все стало, в принципе, нормально и даже быстрее. Я теперь не запариваюсь с фреями, как видите, вот третье. У меня все до сих пор живы, но вот единственный минус, у нас стало меньше дамага. Вот Фрейю на третьей слили. Но Бард у нас жив. Ну, одно здание у нас внизу осталось. Сейчас его добьют. То есть надо мне, скорее всего, будет убирать полностью буквы и расставлять здания по всей площади. Ну, не играться там, не переставлять поочередно. То есть просто убрать, потом, когда уже пройду, добавить. То есть вариант пока только такой. Опять же, если оставлять барда. Но однозначно то, что я стал намного проще проходить там первую, вторую, третью, очень рандомное стало, потому что, ну, видите, вот Фрейю слили. Ну, это нормальный рандом. Здесь через раз бывает и на первой волне просто сливают всю карту. То есть тут никуда от рандома не денешься, но плюс от барда однозначно есть. Он на дефе очень круто помогает держать оборону. Ставить его на битву гильдий бессмысленно, он не наносит дамага. Ставить его где-то на другие локации для фарма, ну не знаю, единственный вариант это PvP, и еще здесь на волне я его попробую. Но, как видите, с ним реально есть плюс. Ну, надо опять же ловить удачу. То есть у меня единственный на сегодня вариант это пробовать, все-таки пробовать убирать буквы, расставлять здания по всей карте, чтобы они не стояли кучно, тогда варианты у нас будут намного лучше. Ну, пока только так. Сейчас попробуем пофармим еще. Ну, надеюсь, мы хоть что-то нормально пройдем. Ну, до третьей доходится уже налегке, это радует. То есть и третья, в принципе, проходится. Но, видите, даже сейчас, вот без Фрейя никуда. Вот Фрейя с водушкой, либо опять же ставить землеройку для того, чтобы он блочил. Землеройку я вам показывал, он сливается очень часто. То есть нюансы есть всегда, но таким вот составом бывают заходы вот такие, как этот. У нас просто убивает там чуть-чуть зданий, то есть надо ловить именно рандомчик, чтобы у нас удачно все совпало. Но его ставить на деф реально можно.
Минуса я вам сказал, плюсы тоже. Он дает и дополнительный отхил, и накидывает щит-отражалку. Вот, смотрите, у меня сейчас на второй волне в центре остались все здания практически. Сейчас будет просто волна, и они так зайдут, оно все полностью разлетится. То есть в данном случае лучше всего просто брать, расставлять здания, вот то, о чем я говорил, по всей карте. То есть такой только вариант пробовать, тогда будет шанс. Видите, Барт в центре еще держит, ну, убивает. Но опять же, в данном случае у нас нету урона, нету удара. То есть мы не успеваем убивать. Поэтому буду пробовать пока таким вариантом. Ну, раскину здание. Если не зайдет, то обратно же верну все-таки огника, либо огника поставлю вместо... Попробую вместо оккультиста. Он, в принципе, тоже нормально держит, плюс дамажит. Потому что в данном случае у нас получается Барт и оккультист, они не дамажные такие герои, то есть они не бьют там по зоне, не бьют по героям, они бьют там вблизи, с руки. Ну, это такое, ихний урон здесь ничем не поможет, их уже двое. Ну, плюс, конечно, герои стоят просто неубиваемые, ты себе можешь спокойно проходить больше волн. Такой состав, в принципе, нормальный должен быть и на Джей волну. Я не знаю, сейчас попробуем с вами зафармить. Заодно и посмотрим на возможности Барда. Ну, сейчас на этой просто разлетится все нафиг. Третий — это самый рандомчик. Они почему-то на третий заходят именно с той стороны, где есть здание. Еще пару раз попробуем и сбегаем на Джей. То есть здесь он получается... Просто вот, просто надо единственный вариант. Вот смотрите, сейчас удачно зашли, но не успеваем убивать. То есть у нас урона стало намного меньше. Конечно, опять же, огник, если на него только нападает, только тогда он дамажит. Если так же он будет стоять, как ворожай внизу, от него толку тоже никакого не будет. Вот вторая волна, у нас тоже здание, как видите, больше половины живых. То есть, ну, надо их расставлять, все-таки буквы выбирать и расставлять раздельно. Потому что на третьей волне мы сейчас получим сразу же по центру конкретно люлей. Ну, а так, мне герой и на волнах нравится. Я показывал вам его уже и на битве гильдии, там он топчик. На ЗБшке он тоже очень круто тащит против топовых пачек вместе. Ну, вот видите, они сейчас забегут в центр. Плюс Командора. Вот Командора начинает бить. Один плюс то, что Командора бьет не по всей карте. Вот это еще плюс. Вот у нас ворожаи остались внизу здания. Третья волна. Но, как видите, вот он даже жив остался. То есть Фрейю слили, того слили. Но мы сейчас тут просто по времени не успеем. Скорее всего, всех задамажить. У нас нету Зефира, у нас нету Фреи. То есть у нас нету основных дамагеров. Их посливали уже. То есть опять тот же самый рандом. Но Барт, как видите, без проблем выдерживает урон. Вот тут не успеем даже Фрею бить. То есть тут надо, чтобы был и Зефир живой, и Фрея живая на третью волну. Потому что здесь есть и Огники, и Фреи, которых... Надо дамажить, плюс нужно недомогание. У нас в данном случае недомогания нету на героях. И в итоге вы, в принципе, сами все видите, что без вариантов. Еще вариант поставить недомогание на ледяху. Тоже думаю над этим еще его усилить, чтобы вообще не было никаких проблем. Поехали, попробуем Аджей волну. Тоже таким же составом. Интересно просто посмотреть, как сейчас будут здания разлетаться, не разлетаться. Вот тут видите, тут
просто дамажит тоже по всей карте. То есть единственный вариант — раскидывать здание, дальше уже пробовать подбирать. То есть J3 та же самая ситуация. Надо здание убирать по всей карте, не париться и ловить удачу тогда. Потом герои уже в принципе выживают, это радует. Единственное, ломают, как обычно, здание. В общем, будем пробовать. Выбираю, наверное, скорее всего, все буквы. Ну и надо ловить, как обычно, удачу, чтобы либо через Феникса забежали, у них заморозил. Смотрите. А J3 у нас осталось одно здание. Сейчас просто по нему могут раз ударить. Здесь, правда, нету уже такого демона J4, вот на J5 перешли даже. Здание добили. Надо более их просыпную выставлять, и такой состав тоже подойдет и на J5. То есть без проблем, думаю, J волна без космо можно будет зафармить таким составом. Но опять же, все зависит от того, какие у вас прокачки героя. Но пока единственный вариант, что я вижу, это расставлять в рассыпную все здания. То есть, чтобы они не стояли все кучно. И пробовать таким вариантом. Герои на таких волнах уже неубиваемы практически. Вы видите, на J3 у нас тоже все здания разнесли. Они бьют некоторые герои, как команду Розональна, она сразу там 4-5 зданий разваливает. То есть надо их... Только единственный вариант — расставлять, плюс они еще помогут в принципе от Феникса. Они будут включаться на краю, потом Фрейя будет закидывать голубей подальше. То есть альтернатива у нас землеройки — это недомогание, и плюс Барт в принципе как вариант тоже возможен. Единственное, у нас теперь меньше дамага. Это, в принципе, тоже не мешает. Как видите, вторая волна. В центре здания все живы. Сейчас просто на третьем и сразу же они все угробятся. А так будет шанс хоть какой-то на четвертую перейти. Четвертая легкая, а на пятую уже как повезет. Ну вот Фрейи улетают на ура. То есть именно за счет недомогания на героях с воодушевлением, это на Зефире и на Фрейе. Вот они зашли через центр, видите, у меня сразу же все просто разваливает. То есть надо расставлять, чтобы они включались где-то подальше и не бежали. То есть надо все расставлять в разброс, только такой вариант. Я уже пробовал разные вариации, но это единственный вариант, который остался по расте. Ну и плюс таблетки немножко подправить, возможно, некоторых героев поставить вместе. Вот такие вот, ребятушки, дела по волне АК. А Барт, как обычно, на высоте, не знаю, мне он все больше и больше нравится. Хоть он и не дамажный герой, но он однозначно крутой для дефа. Я жду уже атаку фартов, я надеюсь, они к тому времени ее не переделают, чтобы именно потестировать его там и посмотреть, что же все-таки будет. Ну вот видите, Феникса у нас ушатали. Ну вот Фрейя здесь спасает то, что она еще докидывает голубей, и еще кое-как мы можем продержаться. Не знаю, ли мы тут затащим. В принципе, должны затащить тут в любой стороне, где бы они выпрыгивали. За счет недомогания на Зефире и на Фрейе можно нормально проходить. Вот. Вот вам третья волна, вот самая противная. То есть, если вы прошли третью, шанс на четвертую у вас намного выше уже. Четвертая и вторая волна, они намного легче, чем первая, третья и пятая. Потому что именно на них разбивают здания. Вылазит этот демон, плюс командоры. Тут уже без варианта.
То есть, по сути, Барт усиляет еще больше деф. Именно тот герой, который нужен для PvP локации, чтобы вас не убили. Как оккультист, все остальные. И сейчас на третий, как всегда, одним залпом. Нет, еще держится. Вообще, значит, демон добьет. Вот. Вариант либо такой, либо такой. Только убрал снизу феникса, он был нанизу. А демон начинает заходить снизу. То есть тут надо ловить демона. Надо будет еще посчитать, посмотреть, откуда больше заходят. На какой волне. То есть здесь надо демона ловить однозначно. Фениксом тогда проблем не будет. Не со сливом зданий, не со сливом героя. То есть такой вариант еще по супер питомцам расставлять супер пэтов снаружи, которые у вас будут его замедлять. То есть в данном случае это львица. Львица очень хорошо заходит на эту роль. Ну вот сейчас, как видите, без проблем, опять же, на третью волну у нас все здания сохранились в центре, по краям у нас некоторые слили, некоторые есть. Вот сейчас в центре их быстро разгребут. До третьей уже дойти не проблема. Осталось решить вопрос с растой для третьей, а дальше будем с вами ловить полный рандомчик. Ну вот Фрейю на третью ушитали. Раз на раз не приходится. Этот демон, вот демон у нас... В данном случае сейчас добил здание. Надо, чтобы повезло просто. То есть для этого надо будет сидеть и долго, нудно фармить. Кому-то повезет раньше, кому-то повезет позже. Вот первая волна, у нас уже половины зданий нету. То есть тут все зависит от его величества рандома. Но сам Барт в данном случае еще накидывает щит, который отражает, то есть это дополнительная отражалка для зефиров, для фрей. Как-никак, это все равно плюс. Не знаю, что они сделают на следующей волне, но эту волну надо тоже немножко поиграться. У нас остался Фрейя. Ну, Фрейю разберут за счет недомогания. Чем больше, короче, недомогания на героя, тем проще вам будет бороться с Фрейями и зефирами. Вот, смотрите. Раз и все. В общем, вот так вот, ребят. Такой вот тест показал, надеюсь, вы уже наконец-то поняли, для чего Барт, как его использовать. Пишите комменты, как вам этот герой, кто достал, кто не достал. Будете ли, ну, хотя его бессмысленно доставать. Он через недельки две будет намного дешевле. На сегодня реально он очень дорогостоящий и бессмысленно. Но герой себя оправдывает в трио вместе с ворожаем, с оккультистом. Просто песня. Вот смотрите, какая толпа у нас держится. Еще нас ослепляют. То есть у меня не хватает в данном случае уже дамага. То есть надо думать насчет этого. Либо оккультиста, либо его убирать. Либо ждать момента. Ну, посмотрим, расставим здание. И будем дальше думать, что делать. Ну, сейчас они просто зайдут оттуда и снесут это все, либо командора один раз ударит. Ну, то, о чем я и говорил. Вот так вот. Все, пишите комменты. Всем удачи, всем пока.